Я думаю, вы не раз от меня слышали о том, что я учусь в домашней школе интернет-урок, так как мне очень сильно не хотелось тратить время в 9, 10, 11 классе в обычной школе учиться 3 года, я решила пойти в домашнюю школу интернет-урок на экстернат, и, в общем-то, за 1,5 года я закончила 3 класс и сэкономила себе очень много времени как в процессе учебы, так и в дальнейшем. В общем, домашняя школа интернет-урок работает уже более 10 лет, и в ней более 18 тысяч учеников, включая меня. Интернет-урок подходит как раз-таки для тех, кто не может по каким-либо причинам ходить в школу, либо же живет за рубежом и очень много пропускает занятия. В домашней школе интернет-урок учебный процесс уже полностью выстроен. И что самое главное, у вас остается гораздо больше времени на свои увлечения и хобби. Так как все мое время уходит на блогинг, на съемку видео, на монтаж и так далее, мне это было просто необходимо, потому что в обычной школе я очень сильно выгорала и понимала, что там я трачу очень много своего личного времени. Тем самым вы сможете совмещать свои повседневные дела, увлечения и учебу. И, конечно же, интернет-урок сделал все возможное для того, чтобы вам было учиться в удовольствие. Вы можете учиться хоть в кофейне, хоть в библиотеке, коворкинге или дома на диване. И при этом школьные оценки и знания не страдают, а к тому же вы еще и не привязаны ко времени. Схема учебы безумно простая. Послушали небольшую видеолекцию, потренировали себя на тренажере, проверили себя на тесте и двигайтесь дальше. Вам выдается аттестат государственного образца, вам всего лишь нужно будет приезжать в школу-партнер для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. И это очень комфортно, ведь школы-партнеры расположены абсолютно по всей России. Я знаю, как для вас это тяжело, поэтому интернет-урок — это отличное решение для тех, кто просто очень сильно выматывается от школы. Кстати, не забывайте, что при регистрации на сайте интернет-урока вы получаете бесплатный пробный доступ для того, чтобы полностью посмотреть, как все работает, как выглядит школьный портал и так далее. Так что у вас есть целая неделя для знакомства со школой. Как обычно, оставляю все ссылки на домашнюю школу интернет урок внизу в описании, обязательно переходите. Ну и приятного всем просмотра! Всем доброе утро! О, почти 9 часов. Я встала сегодня где-то в 8, сделала себе чаек, сделала себе тост, небольшой салат. Сейчас буду завтракать и потихонечку собираться. A person who thinks all the time. Thank you.
В общем, я уже очень сильно опаздываю. В целом, ничего нового. Ну ладно, я не сильно опаздываю, но по-хорошему надо прям поторопиться. Еду на ногти. Ну как, просто привести в порядок, потому что мне лень делать самой. И сегодня еду к косметологу с Динарой вместе. Я в последнее время хожу только в этом костюме, потому что, во-первых, сегодня холодно. Во-вторых, мне так лень что-то придумывать. И в-третьих, он безумно комфортный, безумно удобный. Бегать по Москве, что-то решать и так далее. Так что я хожу в нем. Сейчас уже 10:17. Я должна была, ну, 17 минут назад выйти. Мне нужно еще зайти в магазин, забрать шапочку. Либо я ее сейчас одену, если она подойдет под аутфит, либо потом. Посмотрим. Всем приветик!